Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. О сегодняшней подкормке для рассады мало кто знает, но она действует потрясающе. Если ей полить рассаду, причем на любой стадии роста, то на глазах виден рост и положительные изменения. Речь пойдет о бифунгине, который продается в аптеке. Бифунгин – это не очень густой экстракт на основе целебного гриба чаги. Обычно его используют для борьбы с болезнями пищеварительного тракта, но и для растений там содержится огромное количество питательных веществ. Экстракт, разведенный в воде, положительно влияет на растения в целом. Он стимулирует деление клеток и обеспечивает культуры необходимыми питательными веществами. Кроме того, опрыскивание этим средством помогает защитить растения от грибковых заболеваний. Нужно лишь одну чайную ложку развести в пол-литре воды и полить рассаду, а для опрыскивания те же пропорции. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!